Проказин Владимир Лаврентьевич. Родился в 1925 году в городе Кульджа, Западный Китай. В 1942 году переехал в Алма-Ату, где строил ГРЭС. В 1943 году призван в армию. От имени руководителя Гранд Плюс Саипа Владимировича, семьи Пулатова и близких выражаем свое вам почтение и уважение. Спасибо. Примите эти теплые послания. Спасибо большое. От всей души, да. Владимир Лаврентьевич, мы поздравляем вас. Спасибо. Наши родители тоже вместе с вами, да, вероятно, пересекались. Может быть. Поэтому здоровья вам. Спасибо. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Чтобы эта лента была для вас теплом и воспоминанием о том, что о вас помнят. Спасибо. И мы от души все молодое поколение почитаем и помним героев этих событий. С 1944 по 15 февраля 1946 года проходил службу в войсках КГБ. Принимал участие в боевых действиях, был награжден медалью за доблестный труд в Отечественной войне. Будьте здоровы, самое главное, берегите дети, дедушку. Да, стараемся. Я думаю, вообще вспоминать даже не хочется. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن 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 حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت 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 المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد زايد الخيرات سلعا وشمالا وجنوبا ونجودا وويادا.